Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня на обзоре у нас настоящий герой домашнего интернета – Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR840N V2. Если ты задумываешься, как улучшить покрытие интернета в квартире или доме, то ты по адресу. Я разберу все, от ключевых фишек до мелких деталей, а также поговорим о плюсах и минусах. Уверен, тебе будет полезно, так что не переключайся. А ссылки на устройство уже ждут тебя в описании под видео. Поехали! Что ж, друзья, давайте начнем с внешнего вида TP-Link TL-WR840N V2. Этот роутер выглядит довольно компактно и стильно. С его размерами 182 на 128 на 35 мм он не займет много места на вашем рабочем столе или полке. Дизайн минималистичный в белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Две антенны на корпусе придают ему боевой вид, готовый покрыть Wi-Fi сетью каждый угол вашего дома. Все выглядит просто, но со вкусом, не ярко, но и не скучно. Кстати, друзья, не забудьте заглянуть в описание под видео, там я оставил ссылки на проверенные магазины и эксклюзивный промокод, чтобы вы могли приобрести этот роутер по выгодной цене. Теперь давайте поговорим о самых интересных особенностях TP-Link TL-WR840N V2. Этот роутер не просто обеспечивает стабильный интернет, но и предлагает целый арсенал функций, которые точно пригодятся вам в повседневной жизни. Во-первых, скорость передачи данных до 300 мегабит в секунду. Это идеальный вариант для всего, начиная от простого серфинга в интернете до стриминга видео в хорошем качестве или онлайн-игр. То есть, как бы ни загружали вы сеть, этот роутер справится с задачей, и настройка безопасности здесь проста как никогда. Нажимаешь одну кнопку WPS и беспроводная сеть под замком. Интересно и то, что здесь реализован контроль пропускной способности по IP. Это как будто у каждого устройства в доме есть своя персональная скоростная трасса в интернете, и администратор может решить, кому разогнаться, а кому чуть притормозить. Полезная штука, особенно если в доме много устройств. Что еще круто, это поддержка функции WDS, которая помогает расширить зону покрытия сети. Если у вас есть уголки в доме, где Wi-Fi не ловит, с этим роутером проблема решается. Он может соединяться с другими роутерами и усиливать сигнал. Для любителей IPTV тоже все на высшем уровне. Поддержка IGMP Proxy, MOST и 802.1Q, так VLAN, обеспечивает просмотр телевизионных программ безо всяких задержек. Не стоит забывать и о гостевой сети, функция, которая позволяет вашим гостям выходить в интернет без доступа к личной информации. Удобно и безопасно, если к вам часто заходят друзья или коллеги. Ну и, конечно, родительский контроль – отличный инструмент для того, чтобы ограничить доступ к нежелательным сайтам для детей или сотрудников. Вы можете настроить черные или белые списки URL-адресов, что позволяет полностью контролировать уровень доступа. Все эти функции делают TP-Link TL-WR840N V2 по-настоящему универсальным роутером для дома или офиса. Теперь давайте разберем, что говорят пользователи о TP-Link TL-WR840N V2. Я внимательно изучил отзывы и выделил основные моменты, которые стоит учесть при выборе этой модели. Сначала о минусах, чтобы сразу знать, чего ожидать. Скорость ограничена 100 мегабит в секунду. Работает только на частоте 2,4 ГГц. Периодически сеть может пропадать. Но теперь к плюсам, которые явно преобладают. Простое подключение по Wi-Fi, все интуитивно понятно. Стабильная работа без сбоев. Работает из коробки, настройки можно легко подстроить под себя. Компактность и высокая скорость работы. Легкая настройка и хороший дизайн. Ну вот и все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Напоминаю, что все нужные ссылки на магазины и скидочный промокод ждут вас в описании под видео. Обязательно воспользуйтесь, если решите прикупить этот роутер. А в комментариях обязательно делитесь своим мнением о TP-Link TL-WR840N V2. Интересно узнать, что вы думаете. Если вам понравился обзор и хотите видеть больше таких видео, подписывайтесь на канал, жмите лайк и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч, всем быстрых и стабильных подключений.